29 апреля состоялась 15-я отчетно-перевыборная конференция Зареченского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Были подведены итоги работы за последние 2 года и переизбран состав политсовета. У нас там и почетные граждане, и руководители больших предприятий, и учителя, и молодежь, которая как то, что именно хорошая молодежь, которая учится, работает. И поэтому этот политсовет, он больше по количеству, 25 человек. И, конечно, он еще как бы добавились люди, которых мы ждали. Секретарем Зареченского отделения партии «Единая Россия» вновь избран Александр Теслов. На отчетно-выборной конференции самым активным членам политсовета были вручены благодарности от исполкома. Новоиспеченные единороссы получили партийные билеты. Партия «Единая Россия» – ведущая партия в нашем городе. Большая ответственность, большие задачи. Я вам желаю плодотворной работы. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».